Краткое содержание рассказа «Филиппок» Льва Толстого. Если в двух словах, то «Филиппок» – это рассказ о маленьком любознательном мальчике, который так хотел учиться вместе с братом и другими ребятами, что решился втайне от родителей отправиться в школу. А теперь немного подробнее. Однажды маленький мальчик по имени Филипп, которого все ласково называли Филиппок, решил пойти с братом Костей и остальными деревенскими ребятами в школу. Мать остановила его, сказав, что он еще слишком мал для школы. Родители мальчика рано утром ушли на работу, и он остался в доме с бабушкой. Та вскоре уснула на печи, и Филиппку стало очень скучно. Не смело взяв отцовскую шапку, он вышел из дому и отправился в школу. Пока Филиппок шел по своей улице, все было спокойно, но как только он вышел за пределы родной улицы, на него напали большие собаки. Мальчик очень испугался, но на его счастье мимо проходил какой-то мужичок, который прогнал собак. Филиппок опрометью побежал в школу, где уже начались уроки. Мальчик зашел в класс, полный шумных ребятишек. Филиппок растерялся еще больше, когда его заметил учитель и спросил его имя. Кто-то из учеников выкрикнул, что это младший брат Кости, который очень хочет ходить в школу. Учитель посадил малыша возле брата и пообещал, что договорится с его матерью о том, чтобы он наравне со всеми посещал занятия. Учитель попросил Филиппка написать свое имя, и тот начертил «Хфелипок». Он сказал, что это брат Костя научил его. С тех пор Филиппок стал ходить в школу вместе со всеми ребятами. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.